Огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы опять пойдем за грибами. Теперь, надеюсь, мы наберем еще больше. Но много набирать не будем, потому что здесь можно на человека только... Здесь в Германии, в смысле, я имею в виду. Можно только килограмм на человека собирать. Так что мы поехали. Оставайтесь с нами. Будем собирать грибы. Так, зашли мы в другой лес. Велосипеды оставили. Так, надо замужем идти. Тут вот у нас железная дорога. Только что электрички ездили. Но вообще они тут редко ездят. Это ЭТЦ, которые самые быстрые поезда. Так, я пойду мужа найду своего. Куда он зашел? Мне кажется, он дальше прошел. Сережа, ты где? Ты тоже вниз спускался, да? А может, я не пойду? А может, я в этот лес не пойду? А, вот он тут спускался. Ой-ей. Ой-ей. Ягодки. Сережа, а я не пойду, ладно? Я тут постою и тебя подожду. Что-то мне не очень хочется в этот лес. Стага страшно. Тебе смешно? Что-то он какой-то жутковатый. Такая красота. Живописное место. Кто любит рисовать, вообще супер. Дорожка. Вот такая красота осенью. Очень красиво. Особенно мне нравится, когда листья разные. И красные, и желтые, и зеленые, и салатовые. В общем, все вперемешку. Это здорово. Я сейчас обойду, наверное, с другой стороны. Будет очень красиво. Там света больше. Вот такая красота здесь открывается. Здорово какой. Как красиво. Очень надеюсь, что вам, мои дорогие, тоже видно всю эту красоту. Конечно, она не передается так. Ну, здорово. Вот так мы сегодня погуляли. И завтра наши грибники пойдут за грибами. Наша дочь очень любит ходить с папой за грибами. Я не очень люблю ходить. Я их не вижу под листьями. И я только бегаю за ними, кто где. А когда они, наши дети, ходят с папой, им нравится. Я всегда говорю, ты, главное, мне детей обратно приведи. Ну что, пойду я искать мужа. Обратно сейчас пойду, ну ты где-то там уже должен выйти. Брали, пришли домой, почистили. Такие вот у нас грибочки. Такие хорошенькие, маленькие такие. Сейчас я их замочу немножечко, они постоят. Натворю немножечко. После этого пожарим и покажем, что у нас получилось. Вот, поставила я сюда свои грибочки варить. Сейчас они у меня немножечко покипят, сварятся. Один раз я уже это сделала. Лук. Не знаю, кто-то кидает лук, кто-то не кидает. Пишите, кто как делает. Ну, у нас всегда лук белый, поэтому я даже не знаю, правда это, неправда. Наверное, завтра я уже буду жарить. Сегодня уже очень-очень поздно, пока мы пришли, пока мы их почистили, пока они у меня немножечко постояли в воде. Так что очень-очень поздно уже. Так, сковородка у меня накалилась. Я сейчас добавлю масло. Обжарю лучок. Саш, что мне еще почистить. Угу. Так. Так, грибочки мои поджарились. И я сюда добавляю картошечку. Наверное, я сейчас ее накрою крышечкой. Грибы я посолила. Не
Вот такая красота у нас будет. Вот столько грибов они принесли. Зачем столько много? Это называется жадность. Им даже не хватило. Ой. Это все мне перерабатывать. Сейчас, ведь я тоже помогу, да? Да я в курсе, но, Сережа, зачем от жадности набирать? Не, вы сама, замаринуем, ты же мариновала тогда их. Ну, мариновала бы. Вот столько грибов будем перерабатывать. Кстати, картошку я уже... Всем пока! И кому понравилось наше видео, ставим пальчики вверх и подписываемся на наш канал.